Примерно в 10 километрах от порта Пальенса находится смотровая площадка Каламир, где просто необходимо остановиться, если вы путешествуете по северной части острова. Оттуда открываются пейзажи, которые так и хочется запечатлеть на фотографиях. Эту смотровую площадку часто посещают именно те, кто ищет захватывающие виды на море и на мыс Форментор. И это место оправдывает их ожидания. Красоту этого пейзажа невозможно описать словами.